Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф. Я с вами, дорогие зрители. Сегодня мне важный день, что у меня 4 зуба, которые не ухватают. Они у меня 6 месяцев назад снюслифтинг делали. А сегодня надо уже открыть сверху, найти импланты. На импланты сверху уже крышка поставить. Уже потихоньку 4 зуба у меня должна делать. Короче, я приехал сейчас в Кузеяка Азведиш. И здесь они меня все делали. Я вам немножко информацию дам. Давайте, хочу сначала. Информация какая? Привет. Информация какая, друзья? У меня там родная свой, никакой зуба нету. У меня ничего нету. У меня все удаленное, которые вверх-вниз. У меня родной один нету. У меня зубная, которая была большой проблемой с мясом, который там вокруг зуба. Вот все удалили. Имплант поставили. 6 штук внизу, 7 штук наверху. Имплант есть у меня. Мегаген Энрич. Имплант называется. Нормально, я так покажу вам. Короче, скоро будет у меня, который еще 4 зуба и закончился. Довольны ли, как друзья? Это тоже вам объясняю немножко. У меня зубы довольны, отлично сейчас. Покушаю, попью, там что хочу. Никакой боли нету, никакой проблемы нету, воспаления нету, которые я уже сколько больше уже там 10 месяцев произошло. Никакой проблемы. Иногда, когда мясо жесткое, что-то ешь, да, немножко тяжеловато остается. Сначала привыкла это зубом, короче, очень-очень тяжело. Как тяжело? Не свой зуб, который горячий, очень холодный, что-нибудь пьешь, да, либо ешь. Первые это зубы потрогают, это не чувствуешь. И потом, который, когда потрогают языка, либо горит, либо холодно, друзья, вот такую. Начало, конечно, когда выставляют зубы, там что-то проблема. Проблем что? Который не чувствуешь ничего, да? Перекусаешь свой шаки, губы. У меня там был кровь везде, когда после еду. Не чувствую. Перекусаю, потом начинает боль. Понимаете, вот сейчас привыкла, никакой проблемы сейчас. У меня осталось 4 зуба. И на эти 4 зуба, когда выставляю, практически все закончится. Конечно, гигиена очень-очень важна. Почистка. У меня имплант есть там. Уже там чистить не надо, у меня там не держит никакой проблем. Это так не передумайте. Так держит. Держит, и еще проблема большая бывает иногда. А что это проблема? Пахнет. Если так хорошо не почищешь, видите, внизу там что-то еду попадет туда. Вот начинает пах, запах. И у меня и так специально есть душ, который душ для рот. Специально почищу каждый день 2 раза. До этого, когда родной зуба было, вот поэтому народа, до этого родной зубом, который сколько не почистил. Вот на это время надо было почистить. Но у меня, которые проблемы с мини, друзья, с мини проблемы была. Мой папа тоже так же ситуация была, так же проблемы. Сколько врача гулял, всех меня говорят, у тебя со зуб надо удалить, заново надо делать. Вот так же делали. Цена сейчас в Турции народ будет спросить, а сколько стоит? Информации пока нету, друзья. Еще врач занят внутри. Узнаю, узнаю. Валюте одинаковые, друзья. У меня так, может быть, менялись. Я сейчас в Улыбске не хочу поговорить. Там каждый свой, конечно, каждый свой. И в чем проблема еще? Снюслифтинг и другой цена. Снюслифтинг что, друзья? Видите, это кости. Вот сюда есть кости. Кости, когда там поменьше остаются, на это кости не спускаются. У меня лицо было прямой вот так.
Они меня поднимали, кости, яблочные кости это. Вот поднимали здесь, они делали там специально здесь, там стена, вот сюда. Вот такое дело, дорогие зрители. Давайте сейчас у меня будет, снимок. Пойду, издаю снимок и потом собирают меня. Да, друзья. Merhaba. Доктор Ахмед, короче, мой сынок смотрит. Я вам близко покажу, который это два штук меня до этого делали с нюслитинкой. А сейчас кости, видите? Вот это кости. Вот, новые кости делали меня практически. Вот yani daha önce buradaki kemik seviyesi çok inceydi. Buraya evet, implant yerleştirmesi çok zordu. Çok ince bir kemik vardı. Daha sonra implantlar yerleştirildikten sonra şu anki kemik seviyesi çok güzel. Вот сейчас кости есть. Harika oldu. Уже можно установить зубы. Боже мой, опять начал. Мне беда. Давайте, друзья, после операции я вам пишу. Друзья, сейчас мне укол делали уже, ждем. Видите, мне сколько имплантов? 6 штук внизу. У меня 3, 5, 7 штук наверху имплант есть. Конечно, мой канал тоже посмотреть врача, много врача смотреть. Они тоже знают. Пожалуйста, посмотрите, ребята. У меня вообще это нижняя часть кости не было, вот сюда. Они соло делали, которые у меня на это песочные есть, это кости песочные. Вот это делали. И сверху сюда, который у меня кости мало был, вот туда кусочные делали. И здесь снюслифтинг вообще это, они поднимали меня кости так, они совсем другой делали. Да, друзья, очень-очень плохое время было, а сейчас все произошло. Ну, ждем. Друзья, вот такое дело. Ахмедом, короче, уже там один год познакомились, так один год назад Андрей делал он. А сейчас мое. Много места ходил, друзья, до этого видео все объяснил. Посмотрите это видео. Кому-то есть проблемы, пожалуйста, Google, если пишешь, кузеяк азве диш, салы, тебя перевезет сюда, либо позвонишь. У нас там других видео, там свой телефон номер есть, это при клинике. Давайте, уйшто, я палом. Друзья, всем привет еще раз. Я дома, да, утром был у меня анестезия, говорит, не мог. Сейчас я вам объясняю ваши вопросы еще с зубом. Еще с зубом, друзья, много чего люди меня спрашивают, потому что это лечение, да, вы правы. Лечение. Лечить надо один раз, друзья. Один раз надо. Потому что я знаю, это так, это время очень тяжеловато, очень тяжело. Как это объяснить, друзья? У нас на Средтноджа однажды упал свой эшека, Асоль был его. Он ходит свой Асоль. Асоль что-нибудь видел, испугался, он упал. В деревне несколько народ пришел. Говорят, Ходжа, как ты упал, ты не видел, туда-сюда, почему крепко не держивел? Говорят, народ, остановите, остановите, Ходжа. Кто-то упал Асоле, он пусть придет Майрадом. На этой ситуации одно и то же, друзья, одно и то же. Кто-то проблемы был зубами, они меня отлично понимают, отлично. Да, я молодой, друзья, да, 37 лет начал у меня проблемы, 39 лет я сейчас. Вот со мои зубы одному родной нету, все удалили. Какая-то болезнь начал меня так, зубное мясо, которое доском, костям, там все начали, убирали. Который у меня зубом огромный, большой проблем был. Воспаление было постоянное, ничего есть не могу. Там между там зубами, короче, был дырка. Что-то ешь, там туда остается, примерно мясо, да? Когда глотаешь, там горло остается. Вот это большой-большой проблем был. Еще так меня продолжает эта проблема, что... Потому что со зуба не закончено меня. А сейчас есть, да, отлично, хорошо, без проблем. Но начало, когда меня зубы поставили, я так чувствовал, что мой рот есть, вот полный камень. Я так почувствовал. А потом
Организма перевикают. Вот это очень быстро. Очень быстро перевикают, но месяц два. Месяц два. Друзья, сейчас вечером у меня, которые, когда первое они делали, сейчас не помню, вверх или вниз, вниз делали первое. Через неделю вверх делали, которые удалили всех, прям оставили у меня так импланты. Прям оставили. Да, у меня вот лицо вот такое было, шишка, воспаление было везде. Неделю вот так плакал дома, честно говорю. Потом, во второй неделе, которую меня верхняя часто делали. Синиш лифтинг не делали тогда, потому что проблема была у меня прийти вот сюда. Очень большая проблема была. Человек не смог делать, этот специалист делает эту операцию. Каждая, короче, у них есть отделка лечения зуба отдельно. Отделка там детский, отделка там имплант, отделка там настоящий человек, так профессор, доченька придет, делают, друзья. Кому проблемы, кому интересует, вот такая ситуация. У меня делали самый главный человек. У меня потому что был костюм большой проблем. Сначала они кости лечили, и потом импланты поставили. Имплант до этого поставили, имплант вокруг, потом еще раз лечили. Синиш лифтинг делали меня каждые два часа. Каждые два часа у меня там сюда там яблочные, которые по-турецки, как по-русски не знаю, яблочные кости низ был. Когда я говорил вот так, по-другому, вот такой звук пришел. А сейчас у меня, так зеркало посмотрю, сразу выглядит. У меня место со место. Когда я в России толстый был, вот такое лицо у меня, так не чувствовал. А когда похудел, сразу чувствуешь, вот так был, вот так, пардон, вот так. Она сейчас один уровень, там со. Синус лифтинг что значит, друзья? Лифтинг что? Лифтинг по-английски поднимается, кости поднимается. Вот, кости поднимается, синус. Синус, который там носы и уши идет, вот такую, вот туда есть вены, которые... Носу перейдет и уши. У меня до, короче, синус лифтинг уши очень сильно болел. Очень сильно. Нос у меня постоянно там закрыт был. У меня там отровен карман был постоянно. И когда закрывается, пыс-пыс-пыс-пыс. Уже там я привыкла, там отровен был. Вообще-то там такое ненормально был, честно говорю. Это как со получилось, друзья? Это болезнь откуда перешел? Это тоже короткое, я вам объясняю, что... Каждый год переехал в Турцию, почистил свой зубы, почистил. Они когда почищают, да, зубы, побеливают, делают, почищают, там, которые зубы, корень откроют туда, мясо, короче, в течение 10 дней обратно держит зубы. 10 дней, которые что ты кушаешь, пьешь, на это корень зуба идет. Вот это воспаление начало держаться. Когда это мясо закрывается, которое зубом, да, после очистки, после 10 дней, закрывается, которое там воспаление остается туда. Ничего не чувствуешь, ничего не знаешь, там все нормально, через 6-7 месяцев начинается боль. Вот воспаление, потому что растет. Поэтому я вам советую, никогда очистка не делайте, друзья. Пусть черный пусть стоит, желтый, пусть желтый остается. Не трогайте ваши родные зубы. Очистка, которой я сильно против. Сильно. Никакой врач вам этой информации не даст, потому что у них откат это. Очистить зубы, туда там по-черному удалить, друзья. Деньги. Понимаете? Деньги. Очень быстро деньги. Поэтому не трогайте ваши родные зубы. Вот. Дальше. У меня делали, которые синус лифтинг, после синус лифтинг, друзья, у меня до этого, которые, до и здесь, смотрите, зуб в течение 3 месяца поставили. Временно зуб поставили меня внизу, и вверху приклеение, которое, как это раньше давал, это я пользоваться не могу, никак. Это я выбрасывал, мои, которые канала, начало видео, посмотрите, сверху вообще зуб нет, внизу есть. Это временный зуб был. 3 месяца, друзья, суп, айран, кефир, суп, айран, кефир. Мое питание это было. Если там картошка, которая пюре, мягкий, которая,
Там кусочные ничего не ел, ничего. Только вот такой, 3 месяца тоже издавал 30 килограмм. 30 килограмм похудел, честно. Я худеющий был, вот такой был. Потом энергия закончилась, так ходить не могу. Энергии нету, не хочется ничего, не хочется. После поставил зубы, которые организм еще не знает, новые зубы. Что-то так покушаешь, глотать уже, глотать начинается привыкать организма. На это большая проблема остается. Что, вы знаете, постоянные жидкости, 3 месяца жидкости ешь, так жрать, которые ничего нету, да, только жидкости забираешь, глотаешь, жидкости забираешь, глотаешь. На это не работал кости, 3 месяца у меня. Когда зубы меня оставил, я там первый один огурец собрал, вот такой кусок, рот подсунул, начал так, вот так жрать, ач, глотать не могу, все осталось в горло, обратно все. Потом он меня говорил, перевикайся сначала, вот так это экзерсис надо делать, хам, потому что и здесь там все уже бросил себя, вот так мускуляция, бросил себя, а сейчас не сильнее был меня тогда. Синуслифтинг, друзья, операция тяжело. Это сразу предупреждаю. Тяжело. Тяжело. Даже человек придет, который молотки есть руку. Молотки, там есть аппарат. Чат ударит. Честно говорю. Вот так чат. У меня, которые когда наверху делали, сразу делали сюда синуслифтинги. На это не смог, потому что здесь кости были очень тонкие. Очень-очень тонкие. Сначала делали там туда песок кости. Через 2 часа потом начали делать, которые импланты. 2 штуки имплант поставил сюда. Тяжело. Честно говоря, тяжело. Очень тяжело. Снишлифтинг. Ничего не чувствуешь, но после операции, которая воспаление у тебя вот так. Все полностью, голова болеет, там сразу удар. Сразу удар. Это молотка, честно, точно, друзья. Молоткам. Чат. Поднимает, потому что кости наверх. И здесь есть кости, на следующей есть кости, должна быть дырка делать, и потом туда поднимать наверх, и потом что-то делать, туда поставить кости на место. Поэтому, друзья, осторожно посмотрите ваши красиво зубы, очень аккуратно, честно говорю. Когда врача рука попадешь, это все уже, либо все равно себя оставляешь, со, когда укол придет ротом, друзья, совсем другой ситуация. Совсем другой. Где можно делать зубом, друзья? Сейчас я всегда говорю, да. Мои, которые делали, Ахмед, на его поликлинике, на его врач делал, который профессиональный, профессор делал человек. Везде делают, друзья. Там Лара есть, Конялта есть, много места есть. Важно здесь, что цена. Цена и качество, какое импланта. У меня имплант называется Megagen Enrich. Megagen Enrich. На это немецкая компания Корея делает. Я много раз почитал, много раз я посмотрел, который самый-самый интернет спросил, самая лучшая импланта какая. Потому что когда, почему самый лучший имплант, это я расскажу. Когда это там труд видишь, да, труд. Когда труд видишь, голова место перейдет, деньги свое место будет, деньги свое место перейдет, здоровья не будет. Еще раз эта дырка, еще раз имплант, друзья, не хочется. Честно говорю, еще раз, укол видеть не хочется. Ахмед, я говорю, привет, все, не друзья. Даже человека видеть не хочу, честно говорю, честно, это честно. Цена, друзья, цена, да, важно, каждый человек, это, конечно, какая цена? Цена какая? Друзья, есть два разные импланты системы. Имплант. Человек говорит, немецкий имплант поставили мне. И какой фирма? Не знаю. Не знаю. Друзья, известно, маркам надо работать. Известно маркам. Потому что что? Если будущее, примерно, приехали в Турцию, делали свой зуба, уехал в свою страну,
До этого времени человек свой поликлиник закрывал, на свидание уехал. Твой имплант, Марк, ты не знаешь. У тебя есть проблема, надо имплант убирать. Как? На это ключ, каждый имплант, ключ другой. Вы пишите ваши импланты, имя, одно место, еще сертификат спросите, который они импланты пользуют. Один коробку берите туда, коробку сохраните это. Это очень важная штука, очень важно. Один коробка, который сколько имплант поставил, один коробка забирайтесь, на это прячьте. Очень важно это. Даже вы сами можете потом купить ключ. Ключ что, друзья? Как сейчас? Близкие, покажи, Аня. Вот наверху так выглядит. У меня саморезы, которые саморезы открыть глава ключи специальная. Вот такой у них там из воздушной есть там что-то. Как это саморез? Обычный саморез берите, посмотрите туда. Вот такой саморез. Каждый ключ другой имплант не открывает. Аккуратно. Цена. Цена, друзья. На это, который мое имплант, $650. Мое имплант. Megagen Enrich. Megagen есть, который приклеение тоже. Приклеить что? У меня со саморезом. У меня импланты зубом саморез держит, друзья. Короче, импланты зуба еще приклеит. Импланты, которые перекручивают что-то, голова металлический, туда там помазывают там что-то, цемент или не знаю, это что такое, белый штук, клей. Вот это зуб приклеит. Это дешевле система. Если саморезим, немножко дороговато система, лучше система. Потому что любое время ключом чук-чук-чук врач идешь, одну минуту убирает ваши зубы, почищает, лечит ваш, обратно место шик-шик-шик выставляет. Если приклеение, клей вот так просто не бросает. Надо со зубы порезать. Да, зубы со порезать. Потом начинает каждый человек курить, потом заново зубы купаешь. Один зуб, друзья, $100, который если металл керамик, если цирконьум керамик будет, это $200. Один зуб это один зуб. Имплант $350, $550, $650, который на это три и саморезы, который три отдельные фирмы, $650, Megagen Enrich, это я знаю. Остальное это американский есть и немецкий еще один фирма есть, самое лучшее это там Megagen Enrich, потому что на его саморезы, которые вокруг там штук идет, это очень толстое. Если кость растет 1 миллиметр, то достаточно для вас. Достаточно. Друзья, еще зубом, который один раз потрогай меня, 1000 слов слушай. Серьезно говорю, это самая большая беда у меня с зубом. А сейчас, сколько времени, какой проблема был у меня, друзья, это тоже расскажу. Начало, которое шаг, губа, там я покусал. И потом у меня, который иногда что-то забываю, у меня зубы, которые не настоящие, это я забываю. Иногда грецкий орех я забираю, рот, хочу посломать, фундук. Там дети так едят, так ломать не может. Забирал там в прошлом раз Аня, который забрал рука, да. Вот так начал, потом голова на место пришел у меня. Куда? За один фундук ломал свой зуба, друзья. Ломал. Обратно ушел, человек забрал, отвезли ремонт, через 2 часа пришел. Ломал. Который у меня был цирконьум керамик. Цирконьум керамик, друзья, если импланта, полностью рот не берите. Однозначно это. Нет. Потому что цирконьум у меня сломался. Металл керамик самая лучшая идея. Самая крепкая, самая хорошая. Цирконьум керамик легкий, друзья. Легкий. Как свой зуба чувствуешь. Но, который это там у меня саморез,
между, короче, зубом, цирконием и имплантом внутри есть вот такой маленький металл, через металл идет, который саморез покрутит туда. На этом металле циркониума, который приклеение, это проблема. Вот через месяц начинает шатать. Вот у меня эта проблема была. Шатал. На это циркониум у меня был, во, супер, классно был. Металл керамик тяжеловато, чувствуешь, когда там что-то наживаешь, там чувствуешь, там тяжело, тяжело, серьезно тяжело. Но лучше, что ваши родные зубы, друзья, сами посмотрите, сами там делайте там самое хорошее, ваши родные зубы. Посмотрите, после еды почистите. Еще там купите специально, которые там Colgate, Mongate есть, там пласкат. Если маленькие проблемы, сразу врача идите. Не потеряйтесь ваши никакой зуба, друзья. Зуб очень важно. Очень-очень важно. Который со меня зуб удалили, у меня рот вообще-то... Серьезно говорю, друзья, тогда психологически начинаются проблемы. Серьезно, это так не смешно. Когда мы... В детское время, я так помню, старая женщина, когда видели, у них там рот, зуба нету, как у них там мама, вот так. Мы так смеялись. Смеяться не надо, друзья. Однажды из всех головы одно и то же проблема будет. Вам очень стыдно будет. Я сюда сидел, много раз плакал. Конечно, никто не видел это, много раз я плакал. Но я не виноват, я не виноват. Пораньше так потерял свою родителей, сколько проблем был у меня, сколько страна я жил, да, витамины, которые там во времени я не брал, поэтому у меня вот такая ситуация. Сейчас все нормально у меня, и потерянные зубы, ничего, новое поставили, все отлично. Опять поминал родителей. Все отлично, нормально, хорошая семья есть, у меня красиво, детей есть, отлично. Жизни есть. Спасибо большое вам, друзья. Я вам советую первое. Сами зубом посмотрите хорошо. Хорошо посмотрите. Так ротом не ломайте ничего. Аккуратно, друзья, зубом. Если вам надо лечить, беременные потеряйте. Деньги не жалейте. Вот такая ситуация. Я вам информацию давал зубом. Всем спасибо большое. Люблю вас, дорогие зрители. Всем пока. Хорошего вам отпуск. Сейчас время отпуск. Так отдыхайте. Вот мой совет. Вот такой, друзья. Всех хорошего дня. Всем люблю. Всем пока.